Тверской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. В дежурную часть межрайонного отдела Нелидовский обратился 44-летний житель Московской области. Мужчина рассказал, что является директором одной из фирм по строительству жилых и нежилых зданий. В день происшествия потерпевшему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что работники его компании, которые проводили ремонт в одном из зданий Нелидова, нарушили миграционное законодательство. Для освобождения от ответственности злоумышленник потребовал крупную сумму денег. Директор согласился и перевел 100 тысяч рублей гражданину, который оказался мошенником. После обращения в полицию ее сотрудники установили личность подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленником оказался безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 34-летний житель Нелидова. Он нашел в интернете информацию о фирме потерпевшего и по телефону, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил уладить проблему с мигрантами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». При обыске у него изъяты банковские карты, несколько мобильных телефонов, сим-карты и поддельное удостоверение полицейского. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.